Всем здравствуйте! Решила сегодня перезаписать предыдущее видео на эту тему, так как там были небольшие неточности. Хочу с вами поделиться обнадеживающей информацией по делу о расследовании пропажи молодой рязанки, девушки, которая 25 июля этого лета, со слов мужа, вышла из дома, и до сих пор она не найдена, и нет никаких известий о месте ее нахождения. Вчера в средствах массовой информации появилась такая новость, что адвокату семьи Кошелевых, это родители девушки, удалось привлечь для консультации по этому делу очень опытного следователя, на счету которого несколько раскрытых сложных дел, несмотря на то, что он сейчас находится на пенсии. Это следователь Дмитрий Плоткин. Он дал консультацию по этому делу, высказал свое мнение, предположение. И адвокат семьи Кошелевых надеется, что ему все-таки удастся привлечь Плоткина к расследованию данного дела на постоянной основе. Также подтвердилась информация о том, что муж Елены иногда ее пихал, толкал, то есть с его слов это имело место быть в их отношениях. Он не отрицает этого факта. Что еще хочу от себя добавить, что для тех, кто все еще до сих пор рассматривает версию «сама ушла, бросила детей», как бы глядя на фотографию этой девушки, где она со своими маленькими детками, никогда не скажет, что вот эта вот женщина способна на такой поступок. Потому что на фотографиях со своими малышками Леночка, ну, просто мамочка. И эта женщина просто не способна на такое. Поэтому будем ждать результатов расследования. Надеюсь, родители в конце концов узнают о том, что произошло с их дочерью и где она сейчас. Поддерживаю мамочку Елены, терпение ей, выдержки. Мы все будем следить за ходом расследования. Всем пока!